Глава региона посетил социальные объекты в Калининском районе. Тепло в школы и детские сады там начали подавать еще на прошлой неделе. Одно из зданий отапливает самая старая котельная в Калининской. Сегодня ее полностью реконструировали и установили новое оборудование. Как доложили Вениамину Кондратьеву, в ближайшее время по краевой программе планируют реконструировать больше десятка котельных. Тепло в школах и в целом в детсадах и в квартирах людей никто не отменял. То есть максимально наваливаемся на то, чтобы не ждать, когда прорвется, а на самом деле вымещать старое новым, современным, и все будет нормально. Будет тепло, будет кровь, будет пища. Это самое, что необходимо для того, чтобы мы просто продолжили жить в этих непростых экономических и отчасти политических условиях. После объезда соцобъектов Вениамин Кондратьев собрал совещание по подготовке к зиме. Прошло оно в режиме видеоселектора. На связь с губернатором вышли все главы районов и крупных городов.